Ребяточки, всем привет-привет на канале Пиратская Жизнь. Пришлось потише. Что у нас тут? Так, я же забыла даже, как у нас камера-то, понимаете? Она же прямо у нас вот уже настроена, у нас уже стоит как надо, да, как стоит как надо. Даже не надо тут ничего делать. Вот у нас тарелочки тык-тык-тык и все. И в рядочку. Да. И как все. Не, стол меньше, знаете, но компактнее как-то. И сразу все вот поставил, все, работает. Красота. Короче, у нас сегодня пельмени наши, российские, покупные, вкусные, с химией, колбаса, сыр. В общем, ребяточки, всем приятного аппетита. Все как надо. Вы дома. Ура. Честно, знаете, улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. Я даже не ожидала, что я с такой радостью буду возвращаться домой. Вот так вот. У нас сегодня пельмешки, у нас сегодня хреновина с черным бородинским хлебушком. Колбасочка, сырочек, овощи. Ой, красота, лепота, чаек. В общем, все как мы привыкли, все как мы любим. Сидим, смотрим настройку, у нас телек работает. Класс. В общем, мир, благодать. Стройка заканчивается, все. Да. Не, ну вот они говорили, что март 24-го года, ну вот март. Заканчиваются. Я думаю, тут еще минимум на полгода они растем. Ну да. По срокам что-то они не успевают. А то, может быть, и на год даже растем. Я считаю, вот это все заделать надо. Ну, а нужно окна еще поставить. Этим шлифовочным, а этим отделочным кирпичом. Там, конечно, снизу дофига. Ты видел, сколько стоит этих материалов? Обалдеть, сколько. Тут нужно день и ночь работать. Ну. Чтобы успеть к концу марта. Да. Ну... Да, поживем, увидим, посмотрим. Чем столько людей надо, чтобы это все делать? Несколько бригад. Угу. Так думаю, 3-4, да. Какие пельмени вкусные, обалдеть. Вот не знаю, вот люблю я. Кукумбер попробуй. Что, кукумбер вкусный? Он прям вкусный. Нет, кстати, наши кукумберы, пусть и второй, третий, там этот, намного лучше. Сосочек. Второй оборот, но стоят... Почем, кстати, обычно? 238. А помидоры? Даже не помню, но они дешевле. Там розовые азербайджанские какие-то. И помидоры, кстати, тоже вкусные. А так там биф лежат. 520, 540. Нереально они вкусные. Вот дайте... Там, в принципе, тоже вот оно все натуральное, да? Но у нас как-то оно вкуснее. Не знаю почему. У них там, понимаете, у них вкуснее из-за их добавляют они, как называется-то? Глютамат. Глютамата, да? А у нас вкуснее из-за химии, которая растет. Окошко открыто. Может быть, небольшой шум от стройки, но уж извините, жарко. Значит, горим. До сих пор отопление. Топят. Как зимой. Сейчас приехали, духота такая. Все продули, все проветрили. Нет, тут даже лучше, здесь вот хотя бы воздух гуляет. Но сухой воздух. Конечно, прям мне очень не хватает влажности, говорю, моей кожи особенно. Вот пяточки у меня такие были нежные, сейчас чувствую опять пахнет. У тебя же носочки там есть. Есть. Ходи, сделаем. На. Как вкусно. Вкусная хреновина. Это хреновина очень вкусная. Мы ее сами делали. У нас там еще, по-моему, еще 5 или 6 банок. Её. Угу. Это там-то Наташа, по-моему, дала этот хрен. Где-то на работе ее, по-моему, гостили. Что такое? Вот. И мы так собрались и делали хреновину. Помните, помидоры-то покупали такие дорогие? Нам еще говорят, ой, на хреновину, самые дешевые помидоры надо. А вы что вы творите? Как так можно? Да, мы хорошие помидоры купили. Вот она 3 месяца простояла. Банка открытая была, с ней вообще ничего не стало. Вообще. Мы там брали азербайджанские розы. Там что-то подвесить. Чтобы мякоть была. Угу. А не чтобы водичка была одна.
Mm-hmm. А дешевые самые, там водичка. Чтоб была, так сказать, какая-то мякоть, а не одна водичка с хреном. Строчка. Mm. Как все вкусно. Пощелкай-то. Пощелкай-то. Вот какой-то тоже кайф, вот, да? Вот ты щелкаешь, и тебе не надо ждать. У тебя все замечательно. Вчера тоже телек включили. Вообще все прогружается. Включили там это фильм на сколько там, 40 гигов, он грузится. А там вообще, там 1.5 гига-то еле-еле прогружалось. А тут, да, это нормально. Вода, кстати, подорожала. Реально. Мы брали воду. Заказывали. Заказывали, да. И последний раз, получается, в декабре. 1 декабря я прям посмотрела. 1 декабря мы заказывали. Она стоила 650 рублей за 3 бутылки. Вот вода с сетрицей мы заказывали. И это. Вчера заказывала. Она уже стала стоить, знаете сколько? 750. За 3 месяца подорожала на 100 рублей. Ни хрена себе вообще. Что-то они очень сгрубили. Мне страшно идти в магазин, посмотреть цены. Я у Вован спрашиваю, что яйца-то, яйца посмотрел, сколько стоит? Нет, нет, не дошел. До яиц. Меня самому страшно стало. Да? Девушка работает там наша. Вот уже вчера. Трису. Пока он шлендер вчера по магазинам, я убиралась. Мне так хорошо, знаете, я протерла всю пыль почти. Конечно, я там не лазила, но шкафы там прочее, да? Прошута лежит. Такое ощущение, что его из Испании везли. Слушай, а что колбаса такая дешевая? 600 рублей всего лишь. Что? 600 рублей колбаса, 600 рублей сыр. Не, колбаса вообще 500. Ну, это... Сыр 600. Это новая коллекция, которую вот мы все берем. А сыр, кстати, вкусный такой, а что такой дешевый? 500 рублей всего. Это король молока. Я просто помню, обычно там по 1000 рублей я брала все. Последний. Так, а этот? Маздан. Ну, вкусный, кстати, хороший. И пармезан. И ламбер. 1000 рублей. Вы знаете, по 600 рублей сыр, это в переводе, ну, пускай 250 бат за килограмм. Там возьмешь 300 грамм, да, например? Сколько там будет? Бат 50-60. А там, в Таиланде, во-первых, он невкусный сыр, мне не нравится по вкусу. Может быть, он натуральный, но это что? Плюс он еще стоит тут раза в три дороже. Так что есть плюсы. Но. У нас молочка дешевле. Так что мы, ой, я кефира делаем. Хочу. Видел кефир из будущего. На, роботов показывают вам. И наш тоже. Так это наш малышу показали. Нашу малышу. Еще один робот, на котором сейчас тренируются зубные врачи. Видишь? Это хорошо. Знаете, своя кухня. Когда, может, где-то не совсем новая планировка, не совсем новый там дизайн и так далее, но своя, родненькая, родная, любименькая. Здесь я сейчас говорю, стояла, у меня ни один шкафчик не отошел. А там, где стоишь, когда не надо. Чуть-чуть, блин, уперся, он уже открылся. Еще на месте, стой, бабочка. Уютно. Знаете, уют. Это ощущение дома. Там все равно. Хоть и кондик, такой ощущение, как в гостинице было. Здесь я тарелку разобью, не пофигу. Возьму еще одну разобью. Понимаете? Злость там или что-то. А там подумаешь. А там подумаешь, там. Где там царапинка, что-нибудь такое, все. Все, у тебя уже истерика. Вова! А здесь пофиг. Нет, это кайф. Видите, как здесь хорошо?
Ну что же, еще лучше. Угу. У меня вечера тоже так помыла. Протерла все. Не люблю. Орешку тоже сера. Как хорошо дома. Как хорошо. Нет, так надолго я не хочу уезжать. 3 месяца. Друзья, те, у кого дома нет какой-то вот уюта, там, может быть, туда-сюда. Вот, тоже к девочке я вот ходила, они на ногти делали. Они взяли, просто с мужем уехали. Я говорю, а что так вот? Он говорит, а мы что там снимали, что здесь мы снимаем? Нам как бы одна фиг свинья. Вот, у них нет своего дома, да, то есть они... Странствуют. Сверху, все? Странствующие. Знаете, парочку примешку положу, а то что у меня уже не лезет. Чуть там не лезет. Ну, вообще-то уже объелось. Может быть, ты сожралась? Нет, я продолжаю худеть. В отличие от некоторых. Зажорыши. Вот вчера на меня объезжал. Нафига ты взяла? Суп, там, блины, а сам вчера. Чего? Угу. Приехали домой, опять ели. И опять ели, да? Толку от него. Так мы ели, потому что почти 2 часа ночи. Пока все сделали, пока все раскидали. Что, блин, суп ел, что газетку читал. Ну, классно как. И все. А ты показывали у нас. На Рождественске кто-то поставил машину, а там стоишь лед. И прям на эту тачку. Очень. Кстати, вчера отъехали, к дому подъехали, там лужа такая, вся замерзшая. То есть у нас это... Тоненький слой. Ага. Ходить нужно осторожно. Ой. Хоть большинство все растаяло, но под ноги глядеть надо. Уехать можно. Трубу у нас так и не сделали. 3 месяца меня не было, так и не сделали. Вот надо опять с председателем вызвать. Сколько уже как протекла труба, так сколько уже? 2 года. Нам завтра кормят. Потом деньги не выделили. Хотя тогда, когда только вот эта херня была, когда они заматывали пакетом и скотчем, вот, мне говорилось так, что вот сейчас все пройдет, просохнет, мы обязательно сходим, это временно. Да. Блин, с Оксаной говорила. Ой, да. Лифты тоже. Короче, много. А вот. А лифты в этом году всей России нужно менять. Нужно колоссальные деньги. У них срок эксплуатации уходит. Угу. Сейчас самый маломальский лифт 3 миллиона стоит. Как вкусно. Все. Моя добротная кружечка чая. Тазик. Тазик чая. Обожаю чай. Просто вот пакетиковый. С лимончиком. Чай лимонным соком. Порез. Да? Да. Он дешевле еще вышел. Еще дешевле вышел. Вот. Сняли, да, все эти шкурки. Вот, лимончиком и с этим, с таким. Сахарозаменителем. Молочный больше. 50% жирности. Ну хорошо. Я по запаху выбираю обычно, знаешь, когда вот молочком пахнет. Там был с вкусом топленого. Ой, это я обожаю. Это прям моя любовь. Любовная любовь. 1029. Вот такой бы взял. И вот нормальная цена сразу. Не, просто 600 рублей за сыром. Значит, хой. Да не, по вкусу нормальный. Это как король молока. Ну, тоже подделки делают. Да это наш весь сыр. Там прям написано, где сделан. А что, где этот сделан? Это у нас делают. В Нижегородской области. Кстати, вкусный такой чай. Это этот я. Там, помню, что там? Гибискус. Сейчас же фермеры куча.
скоро мясо придет в следующем году. Ты когда говоришь вот этот руки, убери, пожалуйста. Я понял. Мясо, говорю, придет скоро. А свое? Нет. Я имею в виду, это к нам же переехало два фермера из Канады и из Германии. Мясо. Они хотят тут большую ферму открыть. Ну там уже участочек выделили, все. Они хотят это выращивать это. Бычков на мясо. Че, думаешь, я буду брезговать? Да нифига. Так все сожрал. Кстати, соль у нас тут есть, да? Другая какая-то. А крупная. А крупная. Зверецкая соль я беру. Не знаю, как ты прям, знаете, прям вот дорываешься, прям так все вкусно. Крупной солью быстро прилинкаешь, как соль. Нет, конечно, и там много всего вкусного. И хорошего. И у нас много всего вкусного и хорошего, понимаете? Красота в глазах смотрящего. О, смотри, там уже холодную трубу делают, да, почему-то какую-то, видишь? Да. Вот это вот построено. Да все, это больше этажей не это будет, да? Это не выхлопная вентиляция. Да-да-да. Больше этажей не будет, да? Нет, все это, видишь, уже парапет поставили даже. Да. Ну, что-то я вот смотрел, вообще нет, не продаю. А, кстати, глядел, вот тут вот сбоку большие балконы прям, огромные сбоку вот этого дома. Знаете, вообще хоть сколько-то? Хоть ориентироваться там. Шестиметровые. Не, мне вообще, конечно, больше всех нравятся дома вот это там за кубом. У нас вот там где стоянка там недалеко. Вот там вообще обалденно. Там, блин, стоят они по 12-15 миллионов. Там что-то я смотрел, 10 миллионов, а квартира, она почти 100, нет, там не 100 метров, 75 метров, но она вообще нулевая. То есть, да, столько бабла надо, там, то есть, даже черновой отделки не сделано. Вот, ну, блин, у нас столько денег нету. Вон опять показывает. А вот кулагрива. Кальянный бар. Вон даже видно, что это кальянный бар. Вон там везде эти дубки стоят. Да вижу. Пробирки. Ну, снесло башню у пацана. Ну. Все не знаю, любят, что они там сыпали в этот кальян. Что у него башня снесло. Ну, видно, что да. Человек это расслабился. Чересчур. Ну, понимаешь, когда вот появляется вот такая вот слава, на него она сейчас просто скатилась. У нее просто вот все, за всех щелей. Ну, это вот первый случай, скажем так. Причем он, кстати, стал... Причем в кальянном баре. Причем он, кстати, ну, нет, я его не оправдываю. Неправильно сделал. Но, опять же, как мы с тобой обсуждали, пройдет время... Все забуду. Все забуду. Да. Ну, жрут что-то. Укусил он ее. Нет, там подошел какой-то мужик, и это что-то там на него нажал, или охранник, или это. Вот. Ну, он что-то говорили, что это вроде как боксом занимался, что-то такое. Скрутили. Вон, да, видишь, большой. Не знаю, я его любить меньше не стала. Для меня это ничего такого. Это, знаете, я еще раз говорю, понимаешь, у нас какие вещи творятся вот дома? Вот давай начнем с того. Вот, блин, буквально в том году, когда... Подожди, подожди, что ему там? Мелко. 7 фут. Извинения за приставание и укус. И просил ограничиться штрафом. Все-таки у него запланированы съемки через 40 дней. Да и семья ждет долго. Жена и маленькая дочка. О! Ночи проведем. Сейчас я все увидел уже и так, что я там провел. Жена и... А вот это вот... Вот это вот козёл. Вот это не молодец. Чё козёл? Ну, жена и дочь, а он так просто... Я тебе ещё раз говорю, в этих кальянах в них не влезешь. Чё там тебе сыпят? В 7 суток. Ну, а это показательное уже началось. Знаешь, это раз 5 показательное. За 7 суток ему дали, чё ты... Ой, ну играет актер до последнего.
Ну, 7 суток ему дали. Ну, сейчас уже просто показательная порка будет. Какая порка? Я тебе говорю, ему 7 суток дали. Ну, дали, дали. За хулиган обычно дают 15. Отсидел и иди гуляй. Сейчас начнется, там уже пишут отмены, там туда-сюда. Его там вот здесь отменили, там отменили. Его просто убирают с афиш города. Пока не успокоится. Давай вспомним Лепса. В Питере, да, также, кстати, помнишь, в точно? Баре. Да. Это в дыню дал какому-то чел, который к нему подошел, тут что-то моросить стал. Ну. Не его гнать. Он ему это вышел, в дыню дал. И чё? Нет, там, по-моему, там опять раздули, прям вообще не знаю как. Вот такой секой, ля-ля-ля-ля. Нет, и чё? Подожди. Прошел месяц, все забыли. Ну, сейчас его везде показывают. Ну, Лепс, извините, Лепс это вообще отдельная песня. Лепс вообще красавчик, он очень сильно на самом деле помогает ребятам на СВО. Вот, установили там гранты и прочее, понимаете? Ему на самом деле вот благодаря вот его действиям действительно очень много можно списать. Но вообще сам по себе мужик нормальный. И просто вот смысл в том, что, понимаете, творческие личности это вообще такие люди совершенно другие. То есть они не от мира сего. У них вот всплеск и пошло. Я бы не сказал, что вот он... Я даже по себе могу сказать. Он говорит, я всегда пью водку. Ну. Он сам говорил это несколько раз и неоднократно, ну, что он только водку пьет. Ну, смысл в том, что если ты публичная личность, да, и если ты, грубо говоря, ты знаешь... И все сразу... Нет, если ты не умеешь, скажем так, пить и держать себя в руках при этом, да, а вот, то лучше уж, как говорится, пей спокойно, закрытым... Ну, вот не хочется закрытым. Ну, понимаешь, это часть имидж, часть профессии. Короче, ладно. Все, любим всех, целуем. Пошла я собираться, мыться и поехали. Сейчас это машина у нас будет. Все, любим. Обязательно смотри следующий выпуск, что с машиной. Пока-пока-пока. Да,